Это был жуткий месяц. Да. Всем привет, это Лера Малера. Наконец-таки, Лерка, выпустили. Валера подарил мне цветочки. Мы так долго ни хрена не делали. А, да. Стыдно. И мы закончили сценическую речь. У нас был зачет. Логотип. Это актерские курсы. Это был жуткий месяц. По гизметео 36 на солнце, но по неофициальным данным 45 или 1000 градусов. Как будто ты стоишь на поверхности солнца. Я когда был жирный, думал, похудею и не буду потеть. А хер там, в Краснодаре это нереально. Мы сдали сперму. А, да. У меня не возьмут кровь, я вешу меньше нормы. А у меня не возьмут сперму. Потому что я женщина. Ой, назовем видео Валера женщина. Вообще, это был наш первый раз, когда мы выступали перед зрителями. Я человек, я личность. У меня есть отец и мать, воспоминания, история. Я был не до того, как меня вкатили в операционную. Неудивительно, что человек убивается собственным трагическим образом куда больше, чем собственным счастьем. Первым он считает возможность гордиться. Второе. Собственное счастье он не спешит выставлять на показ, словно боится, что оно будет отнято или украдено. Ты сказал мне, что есть очень ценные люди и менее ценные. И что одним дают им сегодня предъявить, а другим нет. А я-то дура согласилась с этим. И теперь они сортируют людей по новому признаку, и я в числе неполноценна. Отрезь колеса оторвал. Нечеловеческая сила, вот мы давили всех калеча. Нечеловеческая сила землю сбросила с земли. И никого не защитила. Да и обещанная встреча. И никого не защитила рука, зовущая вдали. Даже если ты до этого вел какие-то лекции, то все равно это как-то неуютно. Немножко это боишься, волнуешься. Даже, может, коленки дрожат. Надо перебороть волнение. Я вообще напутала там некоторые слова, но я выкрутилась, как-то сказала, что-то переставила. Ну, я выглядела нормально, но в душе у меня было такое... Господи, что делать? Я перепутал слова. Что сейчас сказать? Что сейчас сказать? Мой опыт экзамена сцены речи такой, что... То есть вот когда тебя там, ну, просят, не знаю, в институте, да, там что-то рассказать ребятам. Сучий комар, блин. Когда просят в институте что-то рассказать, у тебя есть, ну, доклад, ты подготовил, выучил, и это как-то проще, и там ты как свой, ты шутишь, потому что, наверное, ты в этом уже давно, несколько лет, ну, вообще, в профессиональной среде, да, вот ты рисуешь, я видео снимаю, я могу про видео рассказать свободно перед любой аудиторией, перед тысячной, там, стотысячной, посрать. Во-первых, темный зал, в тебя бьют прожект, сидят зрители с открытыми ртами, на тебя смотрят и... Хотят шоу. Никто тебе не поможет, никто тебе ничего не скажет, ты должен им дать то, чего они ждут. Но даже если сравнивать, вот, да, выступление мастер-класса и театр, все равно есть какая-то такая разница. То есть и там выступаешь, и там софиты, и там софиты, и там зрители, и там зрители. Но все равно разница какая-то незримая, художественная, что ли, составляющая, заставляет сложнее изворачиваться. Короче, актером быть сложно. Ты же, по сути, пытаешься быть актером. Мы пытаемся стать актером. Выступление! Вот. Лера, Валера, Лера, Валера, Лера, Валера. Лера, Валера, Лера, Валера. Ну ты же ставишь здесь ссылочки? Я никаких ссылочек не ставлю. Это наши выступления отдельно, потому что мы их не будем сюда вкладывать, они большие. Ну как большие, 5 минут. Так что не поленитесь и посмотрите, насколько мы убогие. Комментируйте, пишите, что вы хотели бы сделать с моей мамкой, с Лериной мамкой. И вообще, будьте искренними и честными. А лучше не пишите. А то мы приедем и... А там у вас... Вот так. Паки вычислили. Песня! Прекрасная далёка, не будь ко мне жестока, не будь ко мне жестока, жестока не будь.